Всем огромный привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе вот такие ручки. На руках покрытия нет. Ну и наращивать сегодня не будем. Так, немножко полигелем достроим уголочки и выровняем форму на всех ноготках. Для начала пилочкой снимаю глянец с натуральных ногтей. Тем самым я распушиваю чешуйки ногтя. Делаю это аккуратно. Пилочкой на ноготь не давлю. Легкими скользящими движениями просто убираю естественный глянец для того, чтобы база лучше проникла в распушенные чешуйки ногтя и сцепление было максимально прочным. Сейчас форму свободному краю не придаю. Буду делать это после того, как будет уже сделано укрепление акрилатика. И маникюр пушером аккуратно отодвигаю кутикулу. И теперь фрезу я прочищаю. Я взяла фрезу пламя с красным пояском, скорость примерно 17 тысяч оборотов. Своим пальцем постоянно оттягиваю кожу клиента, чтобы видеть подкутикульный карман. Фрезу немного наклоняю и работаю щечкой фрезы. Работаю с приключением реверса. Убираю всю пыль и ноготки готовы к работе. На подготовленные ногти наношу праймер. У меня праймер от Космопрофи. Мне нравится, как он работает. Он хорошо подготавливает вот эти вот мои распушенные чешуйки ногтя для сцепления с базой. И теперь непосредственно сама база. Наношу материал тонким слоем, втираю его в распушенные чешуйки ногтя. Как и говорила, работать буду акрилатиком. У меня от Космопрофи в оттенке Color. Моя клиентка еще не решила, что она хочет полностью покрывать ногти цветом или делать френч. Поэтому сразу беру камуфлирующий материал, если она все-таки выберет френч, чтобы потом еще не пришлось покрывать ногти каким-нибудь камуфляжем. Набираю небольшой комок акрилатика, выставляю его на ноготок и апельсиновой пачкой, смоченной в обезжиривателе, утаптываю материал, формирую архитектуру ногтя.
Взяла акриласик, потому что углов на ногтях нет, а клиентка хочет форму мягкий квадрат. Поэтому сразу акрилатиком делаю и архитектуру, и на весу без подставления каких-либо форм удлиняю ноготок, создаю свободный край. Акрилатик в этом плане очень удобен, очень комфортен в работе, без каких-либо проблем, без каких-либо там форм. За один раз выстраиваю ноготок. Снимаю липкий слой, фрезой опиливаю, выравниваю поверхность. Очень трудно вот так вот на весу акрилатиком выложить ровный готовый ноготок. Поэтому я не парю, знаю, что буду опиливать. Также выпиливаю материал снизу. И пилочкой поправляю торец. Для линии улыбки клиентка выбрала желтый цвет. У меня от Космопрови в оттенке 127. Тоненькой кисточкой рисую линию улыбки. Сначала рисую высоту усиков. Делаю треугольничек. С другой стороны то же самое. Теперь определяю высоту самой линии улыбки и смягчаю углы. На втором слое придаю насыщенность оттенку. Перекрываю готовые ногти топом. Линия улыбки все-таки дает небольшой объем, получается ступенькой. Топом пытаюсь эту ступеньку скрыть, просто капельку ставлю в том месте, где нужно скрыть ступеньку. Переворачиваю ноготок, как при выравнивании базой, тонкой кисточкой поправляю и в лампу. Дизайн будет очень простой. Сейчас такие дизайны очень популярны. Такая непонятная абстракция. Этим же цветом рисую такую закрученную линию. Возьму оттенок посветлее желтый. Нет, можно в тот же цвет добавить просто немного белого. Но у меня есть посветлее, поэтому беру сразу его. И рисую рядышком, прям впритык, закручивающуюся линию. На ворсинке щетки набираю черный гель-лак и расставляю немного точек с внутренней стороны вот этих моих линий.
и гель-паутинку я накрутила на кисть, стараюсь продублировать изгиб моих линий. Слева ставлю капельку на кожу клиента и вытягиваю линии, а снизу ставлю капельку на свою перчатку и также с нее вытягиваю линии, чтобы не ставить капли на самом дизайне. Перед тем, как отправить в лампу, убираю излишки краски с кожи. Дизайн перекрываем матовым топом. И вот такой вот результат у нас получился. Просто, быстро, но смотрится как-то интересно. И вот сейчас мне вот эти вот мои изгибы напоминают почему-то бананы. Клиентка сказала, что очень похож на банан. Не планировала их рисовать, да и как-то такие вот получились абстракционные бананы. Вот такой вот миленький дизайн у нас получился. Ссылочку на интернет-магазин Космопрофи оставлю для вас в описании под видео. Кстати, смотрите, какой вот акрилатик, он абсолютно натурально смотрится, но на ногтях с дизайном, где нет линии улыбки, он не просвечивается. Так что ссылочка на интернет-магазин будет в описании. Если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Если понравился дизайн, оставляйте какой-нибудь смайлик в комментарии, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Берегите себя. Всего доброго и хорошего дня. Trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I'll play cool, 'cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do.